Наш фестиваль называется «Фестиваль голосового стиха». И проходит он в рамках большого международного фестиваля «Биеннале поэтов в Москве». Я очень признателен коллегам, которые откликнулись на мое предложение поучаствовать в таком фестивале. Надо сразу сказать, что мы не группа единомышленников, мы даже не все друг с другом как следует знакомы. То есть многих участников я сам буду слышать впервые на этом вечере. Вот, и это добавляет интриги. То есть это очень интересно и для меня, устроителя. Вот, участников много. Наш вечер пройдет в двух отделениях. И я прошу коллег соблюдать регламент. И откроет наш вечер поэт Сергей Бирюков, Германия. Добрый вечер. Я представлю несколько древних произведений и новейших. Перебревший корабль, Фертимарель корабль. Мы говорим «е», получается «и». Мы говорим «о», получается «а». Можно ветер представить как букву А и крутить на пальце как солнце, и тогда возникнет В, словно два оконца, и снова перетечет в А, и В разомкнется, и обнаружится, и А вернется, и разорвется угол, и станет Н, чтобы в финале И Аваля. Клонарт. Че на майках, бах на кружках, пуш на тарелке, Моцарт, конфет, хлебни на бутылку, так на тебе, клин, гоблин. Регулярное стихотворение об основах философии. Кранты, как говорил Сартр, философии суперстар, кофеем запивая амфетамин, стряхивая пепел в мифологический камин, напротив сидел Пол Пот.
под портретом Мао. Кранты — это еще мало, — сказал Пол, вытирая пот. Весь мир, так сказать, не тот. Хайдеггер, услыхав, смекнул. Не тот, но тебе хох. Что на самом деле происходит? Кто победит? Буш или Кон-Бендит? Деррида умер. На нем был красивый симулякр. Выделите эту строчку курсивом, и только строгий Хабермас с нас не спускает глаз. Франкфуртская школа нас бережет. Там вдалеке где-то Ницше ржет. О девальвации поэзии. Девальвация поэзии, кажется, происходит. Дева, львация, дева, львация. Или овация в честь девы и льва. Лев Толстой, конечно, за плугом идет и читает стихи Фета. Шепот, робкое дыхание. Пританцовывает Лев Николаевич Па-де-де из балета «Корсар». А за ним дева поэзии, львация в белых тапочках, пачки белоснежные на черной пашне. Аж страшно, аж страшно за лебединую песню. Девы поэзии, львации, вре-вре. Чистый нарратив. Что ни говори, а было вре-вре. Это было вре-вре, вре-вре, вре-вре. Это было вре-бре, 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 вре-бре. 18 раз. Вот и весь рассказ. Невероятное событие в доме Бенуа во время выставки абстракции в Санкт-Петербурге. А, а, о, о, у, у. И, ур, ур. Ау-а, йо-а, о, ау-а, и, ур, уа, ур, и, уа. Отчаяние и меланхолия. Хуго, ба, баль, окла,
О, и... Виланде. Ви, ви, весен, 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 ви, ви, вохин, троу. Потому что она как-то вызвала меня и говорит: Тамара, ты обманула меня. Когда? Ты сказала, что остров Айон назван по-чукотски. Да. А в греческом словаре остров Айон вообще. Айон — это бог ума и мудрости. Я ей поверила, потому что это подтвердило версию чукчи, что остров Айон — это мозг и... Поэтому я постараюсь быть не глупой, хорошо? Отсчет для чукчи. Что я делала в Санкт-Петербурге 10 лет? Не имея аллерии, нигде не выучив, нигде, никуда не поступившись, не получив диплом, нигде не работая, не выйдя замуж, не разбогатев, не спившись. Самое горячее. Нам говорили про Петербург, я там живу, и прошел 4-й международный конкурс исполнительный имени Елены Васильевны Образцовой. И вот я ходила, испортила спину, желудок, и чтобы как-то себя компенсировать. И потом меня все стали спрашивать, все, как только говорю, что я чукотка, все говорят: ну что, Абрамович будет на втором сроке? Так задолбали уже, что я написала «Арий покинутый унут». А так как чукчи говорят, отвечая за базар, если это оперный конкурс, то мне пришлось напрячься. Роман, Роман Аркадьевич, Роман, ты фикция, ты призрак, ты туман, как солнце, не согревшее тундру. За 30-летних дней я знаю, служить народу трудно, покинутой тобой земли моей. Подождите, цветы!
закончил же. Ах, если б не туманила любион, не у зрака и пропасть социалки, я злю, что ты в меня влюблен, и как мы трахаемся в коммуналке. И когда я была на радио культуры, была поэтесса, и все узнали, это был прямой эфир, вел я Кирилл Киберев, и одной поэтессе в прямом эфире задали вопрос: у вас трое детей, вы пишите детские стихи? Она сказала: нет, это совершенно такая сложная литература, и не каждый поэт рискнет. Я говорю: ничего себе, значит, надо мне это сделать. И пошел у меня этот цикл антирекламы. Я объявила войну Кока-Коле, чипсам, чупа-чупсам или что там еще. А вот один вариант. Надо читать только как дети. От папы пахнет пивом, у папы выходной. Пусть это некрасиво, но это папка мой. Он голубый дни сегодня, неделю обещал, погибель для голодных, химический крахмал. Чипсы с беконом во рту хрустят, портят желудки российских ребят. Казалось, что чипсы всегда стоят рядом с бутылками пива. Если человек берет ей до 10 лет кушать чипсы, то с 12 он начинает пиво пить. А потом я их встречаю, они меня называют китайкой и хуанхэ. И в заключение тоже я чисто чукотскую вещь расскажу вам. Дело в том, что бы я ни делала, вот если бы я стала балериной, я бы лучше всех делала 32 фуэте. И потом из тщеславия, которому я научилась в городе, я бы стала первым космическим туристом, потому что чукчи любят удивляться. Но что бы я ни делала, как только начинаю с кем-то спорить, все говорят: да ты не забывай, откуда ты. А я говорю: дофин, я дочь простого пастуха, и разум мой не искушен наукой. Уильям Шекспир защитил меня еще. Вот. И муж, и мои любовники, и мои друзья, как только не соглашаются со мной постоянно, они уже не посылают меня на жопу, там, да? Они посылают меня почему-то в тундру, в чем есть мясо, и ждать рассвета. А тут мои вот эти понты, я оперу пытаюсь петь, романсы, и я вспомнила, как когда-то я очень любила в тундре чему-то удивляться. Когда умирали батарейки на моей спидоле, я делала одной старухе все. Носила воду, собирала ей дрова, только чтобы она мне разрешила покрутить спидолу и поискать Розу Румбаеву, Аллу Пугачеву и Яка Йолу. И вдруг их не было. Я услышала что-то такое ужасное, потому что это было что-то как смерть. Я была опустошена, а потом
Меня вот эта музыка и голос заполнили. И с тех пор я люблю оперу, и для меня открытие было Марио Ланца, Эдит Пиаф, Мария Каллас и Дина Дурбин. И поэтому вот этот номер называется «Посвящение Дину Дурбин». Как ни странно, мне, в общем-то, человеку из Америки, как было объявлено, придется сейчас заниматься некоторым шаманизмом. Я принес с собой несколько музыкальных инструментов. Дома этих шумовых инструментов гораздо больше. Целая коллекция. Но я почему-то вот как-то по скромности принес только три. Это означает, что буду звучать, видимо, три. Песни, скорее всего, называются песнями. Ну, мы это сейчас определим. Ну, вот это исполняется по просьбе Данила Давыдова. Хотя произведение старое, но, может быть, кто-то его не знает. Как бы такая... Вот он, москвичам. О городе во столице, в городе первого сорта, выдали девицу, замуж за черта. Выдали девицу, а замуж, а не за воровского чечена, а не за старика с толстой мошную. Бабка графина, выведи из плена, побудь со мною. Бабка, дай мне совета, он видит каждое мое слово. Креста на нем нету, не сживешь его со свету, а на сердце у него подкова. А чресло его, как мочало, в чавканье конского мыла. Долго я молчала, а когда закричала, от простуды простыла. Он подарил мне алмаз на шею, у него друзья все артисты. Если я вдовею, глаз поднять не смею, на образ девы пречистой. И он ходил по кругу кругами, он кормил меня пирогами. В городе столице нет другой девицы с белыми такими ногами. Спасибо. Инструмент индийский, название особенно не имеет, но какой-то из вид маракаса, что ли, наподобие того. В общем-то, вот индейцы мне в выборе инструментов достаточно много помогли. Вот. Я даже жалею, что вот сегодня всего не притащил, потому что не особенно, как мне кажется, в форме. Лучше бы показывал разные всякие штучки, брючки. Песня, в общем-то, свежая. Я поэтому что-то слова не перепутал, где я читать. Это память моего друга Сергея Чернояра. Дай ты правду мертвому, твердому да гордому,
А живому дай ты собачий лай, и далекий путь, неизвестный край, и слово невеликое прощай. Коли мертвой руке не тает лед, то живой без мертвого проживет. На Катуне, на великой реке, билась рыба у меня в садке, пощечиной по небритой моей щеке. Пощечиной по бесстыдной моей щеке. Да ты дай ты правду мертвому, а коли тесно ему в Лубяном дому, на прощанье посмотри в лицо, в густу бороду урони кольцо, так кукушка дарила подружке свое яйцо. И гуляли мы мертвые по лесам, и не верил никто голубым глазам. Наступали ногою в огонь залы, обрывали серьги вечной ветлы, и глаза наши становились светлы. Так и дай ты правду мертвому, а твердому да гордому, а живому дай ты собачий лай, и далекий путь, неизвестный край, и слово невеликое прощай. Эту песню я на людях вообще не пел ни разу. Не уверен, что это так, да, что сделать. Свадьбу назвать. Или так ли? Брат женился на сестре, ее на руки поднял, но на свадьбе у него ах, никто не погулял, а на свадьбе у него даже не было родни. Порешили, что один века сытанутся одни, века сытанутся во тьме. В непрекаянном дому птицы, голуби в тюрьме, а по согласию своему угощение всего ковши воды на черствый жмых. Счастью нужно одного, чтобы не было чужих. Брат женился на сестре, протянул сестре кольцо, но он глаз поднять не смог. На покорное лицо, а вот и печальный разговор. Про сиротскую любовь, не смываемый позор.
не разбавленная кровь. Спасибо. Данила Давыдов, Москва. Вот Дима Стелц, открывая наш сегодняшний вечер, наш сегодняшний фестиваль, сын Лена заметил, что все мы выступающие не представляем собой какой-либо единой группы и так далее, и так далее. И я бы хотел сделать маленькое еще дополнение к этому. Мы, в общем, очень сильно по-разному понимаем то, что мы здесь представляем. То есть есть люди, нежно любимые и почитаемые, уважаемые, в частности, из тех, кто выступал и будет выступать, кто приближает скорее поэзию к музыке в каком-то таком очень тесном, да, соприкосновении. Да? Есть люди, которые пытаются найти в самой ритмике, в самом, так сказать, чтении собственного стиха, да, некое такое общее сверхмузыкальное какое-то такое начало. Мне кажется, что я пытаюсь делать что-то вот скорее в сторону второго. Какое сделал дурное дело, такое сделал дурное дело, думал долго, смотрел по сторонам, думал долго, а потом не смог. В новеньких ботиночках по улочке родной он идет к любимой, он идет домой. Он пишет неправду на нерусском языке, у него есть синенькая жилка на